Всех приветствую и поздравляю с 23 февраля. Сегодня праздничный день и предлагаю сделать праздничный стрим. Ну как праздничный? У меня он будет рабочий стрим, то есть продолжение рабочего стрима. Вас поздравляю, а мне надо работать, значит. Давайте посмотрим, что я купил. Это от подписчика лампочки пришли и какие-то специальные орешки. Вот, уже притащил, значит, болгарку. Профиль сохнет. Здесь вот эта вот штучка готова для того, чтобы встать там сзади. Один из зрителей вчера на стриме предложил цветы там посадить. У нас есть цветы, вон они. Ну ладно, это не цветы, это овес или что это такое? Не слышит, в наушниках сидит. Ну, короче, там должно расти зелень, типа укроп, петрушка, всякий лучок и все такое, то есть в красоте. Для этого была приобретена лампа Jazzway 5 метров. И вот она как раз отрезанная. Здесь 2,20. Остаток еще небольшой есть. То есть я давно хотел что-то со светодиодными вот этими штучками начать. Ну, сегодня доходили руки. Думаю, надо начинать с простых решений. Потом уже будем и светодиодную подсветку. Такая крутилочка. То есть синий, красный, зеленый. Вот, с видеонаблюдения последнего Колыма остался вот такой блок питания. И она прикольно светится. Я уже проверил. То есть это надо сюда влупить. Дырочка была прорезана. Это сметать сор. Всякие вот обрезочки. Жалко, что вот не подумал. Надо было чуть поближе сюда, чтобы вот это было не видно. Но если, в принципе, что-нибудь круглое поставить, уйдет. Темно, если будет там, то все будет хорошо. Лаком покрыл на два еще дополнительных слоя на ночь оставлял. Ну, короче, че, стриманем, народ? Здесь уже все заставлено. Кто-то говорил, что полок много. Ничего не много, полок тут немерено. И как бы я вот тут вот, типа, буду стоять такой, типа, еда, бла-бла-бла, бла-бла-бла, здравствуйте. Понятно. То есть стримы можно кухонные проводить отсюда. Тут друзья сидят, бухают, я тут сижу, стою, карпатюсь на кухне. Будет довольно-таки интересно, я считаю. Ну, какое-то время, допустим, до тех пор, пока не начнется оттепель такая глобальная на улице. Сейчас минус 2 на улице, здесь было 35, до сих пор здесь плюс 20. Сегодня было 35. Обалденно было здесь. Вот. Но надо срочно убирать снег, потому что вот капает сюда. Так что, гоу на стрим, посидим, как говорится.